Всем привет! Кто уже подольше с нами, тот должен знать, где я сейчас нахожусь. Это Комбург Швейбишаль-Штайнбах. Он считается монастырем. Но я сегодня здесь не просто так, а здесь будет проводиться сегодня фотосессия. Немного с вами пробегусь. Я приехала пораньше, чтобы проверить, как здесь я сейчас, где тенёк, где солнце, где я приблизительно какие хочу сделать фотографии. Немного подготовлюсь, а то всё-таки не так уж и часто у меня такое, и я, конечно, волнуюсь. Пока я буду смотреть, где здесь я сейчас чего, вам покажу еще раз немного Комбург. Так что, кому интересно, оставайтесь, смотрите. Сзади меня, смотрите, здесь я сейчас ослики. Я сегодня так по-удобному оделась. Мой рюкзачок. Немножко кое-что, если вдруг надо будет присесть. Ну, если можно будет потом поделиться фотографиями, я вам покажу. А может быть, и даже разрешат снять немного за кулисами. Так что посмотрим, что у нас сегодня выйдет. Смотрите, там были ослики, а здесь лошадки. Маленькие пони. Нам просто ужасно повезло с погодой, потому что вообще-то у нас дожди льют, и завтрашнего дня опять будут дожди. Вообще классно.